Так, насколько хорошо меня видно и слышно? Мне пришлось включить iPhone, пока техподдержка разбирается с... Так, звук появился? Отлично. Вот так мы и боролись с техническими проблемами. Все работает. А кто впервые на моем выступлении, пожалуйста, поставьте плюсики. Очень интересно знать, кто и откуда. И какие у вас проблемы с языком. Чтобы я вас порадовал путями их решения. Значит так. Ситуация достаточно простая. Мы имеем вместо системного обучения языку, мы имеем абсолютно бессистемное обучение, похожее на метод научного тыка. То есть всем известно, что существуют учебники языка, по которым невозможно выучить английский. В первую очередь это учебники кембриджского типа. Вот, называют Кембридж, если вы знаете. Вот. Ну или типа того, что написала когда-то госпожа Бонг. То есть базовый учебник. Отлично. Спасибо за пояснение. Пока на вопрос ответила только Людмила. Вижу. Ну, по поводу плюсиков тоже понятно. Благодарю вас. Значит, мне нужно начать немножко сначала. Значит, сначала ситуация такая. Учат английский люди, которые не сталкиваются с учебниками. То есть те, кто в состоянии, кто постоянно находится в окружении языка, например, как шведы. А у шведов фактически все, что показывают по телевидению, все дублируется где-то с 90-го года, 92-го года дублируется на английском языке. То есть идут субтитры на английском языке. Поэтому или же, что сейчас встречается все чаще и чаще, фильмы не дублируются на английском, то есть не переводятся на шведский язык, а просто идут на английском языке. Но опять же с титрами. То есть иными словами, если человек в состоянии нормально имитировать речь телегероев, певцов и тому подобное, различных актеров, там, священников, то он может выучить английский без всякого учебника. Для чего нужен учебник? По учебнику можно, после того, как вы уже научились нормально читать, можно научиться, можно систематизировать знания. Но не более того. То есть, если вы попытаетесь выучить язык по учебнику, у вас получится такой кошмарный беспорядок образуется в голове, что дальше вы заниматься совершенствованием просто не сможете и будете жить с этим, мягко говоря, гастарбайтерским уровнем владения языком. Это то, что реально и происходит. То есть, в чем, собственно говоря, проблема? Проблема заключается в том, что все преподаватели, практически все преподаватели, или те, кому пришла в голову идея заняться преподаванием, естественно, берут за основу какие-либо учебники. То есть, смотрите,
когда, например, какие-то инфобизнесмены, откуда сейчас появилось большое количество различных преподавателей, в кавычках. Дело в том, что организатор инфобизнеса, такой известный, Александр по кличке Парабеллум и его товарищ Николай Мрачковский, придумали следующий совет тысячам и тысячам людей. Начать обучать английскому. То есть, когда человек пытается начать обучать английскому, будучи педагогом, то это вообще никак не работает. То есть педагоги вообще не в состоянии. Кстати, сейчас меня видно или нет? Я что-то не понимаю. Меня видно? Окей. Отлично. Так вот, педагоги вообще не в состоянии обучать, потому что они овладели не живым английским, вы не поверите, они овладели тем самым английским с трудом, который описан в дурацких учебниках. То есть в учебниках описан очень странный вид языка, не имеющий никакого отношения к устной речи. То есть все, что вы видите в типичном учебнике, и то, что вам преподает педагог, то, что он вам пишет, если с вами общается письменно, что бывает достаточно редко, потому что тогда видны все огрехи уровня владения языком, ну, почти невооруженным глазом, независимо от титулов, независимо ни от чего. А кандидат наук, доктор наук, педагог обучить английскому не может по определению, потому что он учил английский, тот, кто закончил педвуз, тому подобный лингвист, он учил английский неправильно. То есть существует очень длительный способ изучения языка, по которому они пытаются обучать вас. То есть если педагог освоил очень странный вид языка, о котором я говорю, без идиом, без нормальных разговорных выражений, кондовый такой русский, английский, то есть который можно понять, но от которого всех трясет, лет так эдак за 15 выучил, то это значит, что и вы будете учить английский подобного рода лет 15. Кому понятно то, что я сейчас говорю, пожалуйста, поставьте плюсики. Я очень рад, что качество звука и изображения очень хорошее. Спасибо. То есть в этом-то вся и соль. Теперь второй вариант. Это человек, наслушавшийся, бизнесмен, наслушавшийся, который, кстати, мог в процессе освоить английский, но не по учебнику, поверьте. Потому что по учебнику английский не освоил никто. Кто из вас по учебнику освоил хороший английский? Поставьте цифру 7. Но не может же быть, что... Или может быть, или я прав, что 100% присутствующих ничего по учебникам не выучили. Вот как же так, а? Значит, смотрите. Почему? Потому что вот один человек, слава тебе, Господи, я понимаю вас прекрасно, я пытаюсь объяснить, в чем дело. Смотрите, второй тип преподавателя – это не лингвист, это просто человек, освоивший язык, у которого бойко подвешен язык, который может, умеет бойко продавать. Это блогер, это типичный хороший болтун, который бессистемно, потому что у него нет вариантов, он не знает как, он пытается дать советы, а советы все замешаны на чем? Нужна хорошая память. Если он выучил язык, значит, у него хорошо лично, у него или у нее поставлены навыки имитации, и хорошо работает память. То есть хорошо имитирует, много хорошо запоминает. То есть это люди, у которых получилось. А таких единицы. 10-20 тысяч человек смог выучить английский сам. Хороший, я имею в виду английский. Такие люди есть, и они все по совету Парабеллума, поскольку это очень хлебное место, обучение английскому, элитное такое, знаете, тут такая война за рынок идет, вот. Они все бросились обучать английскому. Их теперь стало очень много. Но поскольку они все графоманы, и они как бы не понимают
не понимают структуры, они просто рассказывают какие-то веселые байки об английском, которые им только придут в голову, причем воруют друг у друга, нещадно перевирают. Это второй вариант обучения. Поэтому результатов тоже нет, и даже не надейтесь, потому что нет базы. Третий вариант обучения – это самостоятельное обучение, о котором сейчас идет речь. Вы хотите спросить, как произносится слово would? Would, 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 would. Я отвечу на все вопросы в конце, потому что вы сейчас меня немножко уведете от темы, просто в сторону. И мне придется возвращаться, мы потратим гораздо больше времени на восстановление логической цепочки, которую я пытаюсь внедрить, что ли, в ваше сознание. Есть логическая цепочка. Педагог не в состоянии обучить языку, потому что обучение педагога занимает много лет, и у него в голове только одна схема. Поэтому, когда кто-то говорит, можно обучить быстрее, педагог его начинает тихо ненавидеть. Второй вариант, потому что он преподает поурочно. Второй вариант, человек выучил английский, вот просто какой-то афроамериканец, да, какой-то человек из Луизианы или из Индии. Он выучил английский не по учебникам, а просто потому, что у него есть какие-то способности. Он научился бегло болтать. Хорошо или плохо, неважно. Мы почему-то думаем, что если человек умеет говорить, то он умеет и обучать. Нет, он умеет продавать. То есть методистов никаких я не видел. Это не методисты, это какие-то люди, у которых полный бардак в голове. Есть такое интересное выражение на английском языке, к которому мы вернемся позже. Память совершенствуется. Нам нужно усовершенствовать память. Улучшить память, вернее. Точнее выражаться. То есть научиться замечать ошибки в своей речи. Это один из элементов. Научиться как в письменной, так и устной. И корректировать их. Вот как я это демонстрирую на ваших глазах. Если я что-то проговариваю не совсем корректно, если порядок слов хромает, я его пытаюсь тут же откорректировать. Вы это прекрасно видите. Это и есть то качество, которым должен владеть, это и есть тот навык, которым должен владеть любой интеллигентный человек. Интеллигентный, то есть мыслящий человек. Вот. А не просто повторяющий какие-то постулаты глупые. Теперь, третий вариант обучения. Это отдельно. Это самостоятельное обучение. И когда? И тут опять начинается вынос мозга. Потому что нам советуют то, что вы видите на экране. Выбирать занятия, которые идут в игровой форме. Проблема в том, что не всем... Это как, знаете, представьте, что вы в детском саду, и вам приносят конструктор. А между вами, там есть и девочки, и мальчики. Девочкам нравится там вышивать крестиком, я не знаю, учиться простейшие какие-то вещи. Мальчикам нравится играть в волейбол, а вам приносят конструктор. И говорят, видите, как интересно, давайте поиграем. Обеспечить интерес к игре каждому из вас практически невозможно, поскольку детей еще как-то можно попытаться мобилизовать. Видите, твой товарищ, видишь, типа, твой товарищ играет, и ты давай. А тут ситуация такая, не все, каждому нужна как бы своя индивидуальная игра. И поэтому остается один из видов обучения, это нанять репетитора и заставить его играть с вами в игры, которые вам интересны. Каковым репетиторам я платил, но они все-таки в мои игры не играли. Почему? Ну, то есть, можно попытаться, но они в мои игры не играли, поскольку, когда я начинал спрашивать, будьте любезны, произнесите вот это слово, расскажите, а что оно значит, а как мне сказать то-то, то-то, то-то и то-то, они говорили, извините, но это не по теме урока, это не материал урока, это не газетный термин там или еще что-то, говорили мне всякие-всякие глупости,
лишь бы только не выполнять мои просьбы. То есть идеал, полный идеал репетитора – это, с моей точки зрения, это человек, который свободно переводит на английский все слова и фразы прямо на ваших глазах, все слова и фразы, которые вы изволите, которые вам интересны, которые вы воспринимаете как игру, да, то есть вы играете как ребенок, да, вам интересно узнать, а что бы это значило на английском языке. И вот если преподаватель может перевести это на английский, на нормальный, не кондовый английский, тогда все отлично, тогда все замечательно. Теперь, второй момент. Вот эти люди, которые, то есть этим занимаются и педагоги, но в основном этим занимаются вот этими советами, генерированием очень интересных, бесполезных советов. Никогда не учите предлагается, например, не учить, у меня тут просто не видно всю презентацию сразу, я только с ней ознакомился. Никогда не учите одинокие слова, только слова в контексте. То есть получается, что когда вам предлагается, тут очень, очень такая тонкая тема, я попробую ее осветить так, чтобы всем было понятно. Всем было понятно. Все достаточно как бы просто и, с другой стороны, запутанно. Настоящий английский абсолютно не похож на то, что написано в учебниках. Живой английский в любой детской книжке. Ну вот, например, у меня есть книжка, да? Видите, да? Детская книжка. Он не похож на то, чему вас учат по учебнику. То есть живой английский очень сильно отличается от грамматически правильного, построенного по правилам. Преподаватели видят, я имею в виду уже всех преподавателей, да, и в принципе и вы сами, как преподаватели для самих себя, тоже думаете на эту тему, а как же учить слова. Вам говорится, или учите отдельные слова, это говорят некоторые методисты, в кавычках, учите слова по 50 слов в день, по 100 слов в день, по 200. Да? Это абсолютно бессмысленное занятие, поскольку вы слова произносите неправильно. Раз. Значение пытаетесь выучить одно, а у слов много значений. То есть, если вы выучили apple, яблоко, то это вам ничего не дает, поскольку вы не ребенок, вы не можете свободно трансформировать знание того, что Apple – это яблоко, то, что Apple еще яблочный, яблоковый, там, я не знаю, яблочная, яблочный и, то есть это еще и множественное число, прилагательное в множественном числе, если так можно выразиться, вот, множественное число, яблочные, у нас яблочный и яблочный и, а у них яблочный и яблоко, и яблоку, и яблока, и о яблоке, это одно и то же слово яблоко. Поэтому, когда человек выучивает один вариант перевода слова, он потом не знает, что с ним делать. Кому понятно, пожалуйста, вот, that's unbelievable. You better get him out of here. You better get that freak out of here. She wanted to hear me explaining stuff. Okay. Дальше. Next. Никогда не учите одинокие слова. Одинокие – это идет в кавычках. Имеется в виду слова, вырванные из контекста. То есть вам предлагается, то есть преподаватели боятся, как бы панически боятся, что вы выучите одно значение слова с одной стороны, а с другой стороны никакого способа освоения слов во фразах у них нет. Я объясню, в чем дело.
Дело все в том, что человек, который... Дело все в том, что человек, который... О, тут еще опять вопрос поступил. Молодцы. Так вот, дело в том, что человек, который выучил одно значение слова, потом разговаривать не может. Ну, никак вообще. Дальше. Но когда преподаватели панически боятся и одного варианта перевода слова, хотя это им помогает выкачивать деньги из ученика, потому что он будет учиться вечно, вы это прекрасно понимаете. То есть, если они интенсивно учились 10-15 лет, то вы будете учиться все 30. Это первое. Второе. Во-вторых, когда вы, если вы выучиваете, пытаетесь учиться по разным вариантам перевода слова, то есть пытаетесь, видите фразу, пытаетесь ее перевести, в контексте, я имею в виду, понять это слово, то начинается ужас. А ужас заключается в следующем. Неправильно произнесенную фразу очень сложно выучить. Практически невозможно. Это вот так настолько же сложно, насколько сложно жителю Таджикистана выучить сказку «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело». Потому что сколько бы он ни проговаривал, у него изо рта будет выходить только какие-то обрывки, корявые обрывки звуков, слов типа «Попрыгунь стрекоза, лети кирасный, только перегал». Аранжирал, ногою диригал. Или же будет идти казахский вариант. Режим папа, режим мама, режим и я сам. Вся семья моя покрыта, режим волосам. Что-то в таком духе будет идти. Так вот, спасибо, Надежда, за пояснение. Я не обучаю людей, которые не ведут себя неадекватно, кстати, о птичках. Так вот. У вас полно друзей, таких людей полно друзей среди блогеров, педагогов, вот, которые дают информацию час по чайной ложке, могут обращаться туда, ну или в центральную прачечную. Дальше. Третий момент. Просят придумывать собственные примеры. То есть, опять не договорил. Получилось, что опять не договорил. В чат посмотрел на свою голову. Так вот. Когда говорят, не учите одиночные слова отдельно, где-то уловили, да, такие здравые мысли блогеры-педагоги якобы, вот, а не учите слова отдельно. Начинают говорить, учим слова в контексте, то есть такие умные, да, ученый дворник Чехова, Антон Павловича, рассказ интересный есть, где дворник делал вид, что он понимает, о чем идет речь, графоман. Дворник своего рода, ну, как бы устный графоман, то есть он прочитает какие-то слова и говорит, что-то, признаться, я климатом очень недоволен и хотел бы на градусник посмотреть. Дворник Федор не знал, что такое градусник и что такое что такое климат, но, тем не менее, он пытался употреблять эти слова в речи, что и предлагается делать вам. То есть, когда говорят, придумывайте собственные примеры с изучаемыми словами, вас опять же загоняют в ловушку, которая не позволит вам выучить никакой нормальный английский, вы не сможете выучить таким способом, потому что все ваши примеры будут неправильные. То есть вы не можете сами, не умея проговаривать и не владея, не понимая, что такое живой язык, составлять фразы. Это не сможет делать даже носитель языка, о чем вы говорите. То есть мне очень приятно, что я привожу пример казахов. У меня достаточное количество родственников казахов, около 300 человек. Поэтому это пример из живой речи моего двоюродного брата. Спасибо за внимание. Если я очень хорошо ответил на ваш, очень хорошо продемонстрировал вам, почему я имею право это говорить,
можете поставить мне плюс. Да, пожалуйста, будьте любезны. Угу. Если нет, я вас не задерживаю. Дальше. Вы эту информацию просто нигде не получите. Вообще никак, ни при каких обстоятельствах. Понятно? А кайтабарасын пятачок, это что? Это тоже шутка над казахом или что это такое? Боже ты мой, Господи. Окей, хорошо. Давайте чукча. Среди вас есть чукчи? Давайте я чукчу обижу. Давайте про якутский язык поговорим наконец-то, да? Или алиутский, алиутов, да? Санскрит. Вот, сейчас обидим всю Индию. Дальше. Человек, иностранец, не в состоянии произнести ни единого слова правильно, ни на каком языке. Но вас обманывают и говорят, что вы произносите нормально. То есть вы как будто ворона, у которой во рту сыр. А вокруг ходят лисы-преподаватели и делают вид, что вы прекрасный певец. Вы ворона, просто вот главное вынуть изо рта сыр и спеть всякую ерунду. Благодарю. Градусник или термометр. Окей. Ну, правильно, конечно. За что Сталин, за что Сталин расстрелял Суворова? За что? То есть, короче говоря, вместо обучения идет полный информационный мусор. Дальше. При попытке выучить только то, что вам лично нужно, вы потом натыкаетесь на то, что вас никто не понимает, потому что в общении, то есть если вы изучаете только, пытаетесь изучить только лексику на свою профессиональную тему, то вам тоже гарантировано непонимание ваших речей. И вам, но самое страшное, что вам гарантировано непонимание ваших речей носителями языка, и носители языка не будут понимать то, что говорите вы. То есть в обе стороны. Самое страшное, что они не будут понимать. Дальше. Потом просят, вам предлагается при самостоятельной работе, то есть якобы вы можете научиться сами, а на самом деле все эти советы, когда кто-то пишет из преподавателей, учитесь сами, они преследуют целью, их целью является следующую цель. Сделать так, чтобы вы попробовали, загнали себя в ловушку, в разные типы ловушки, то есть увидели, что у вас ничего не получается, и снова пришли к преподавателю. Поэтому все советы глупые. И вот то, что вы видите на экране, это и есть типичные советы. Четвертый совет. Учите базовую лексику. Это не даст возможности понимать речь носителей. Ситуация такая. Напоминаю, ваша базовая лексика, все равно будет более примитивной, чем то, как люди разговаривают. То есть даже если вы вот по чечайне, чисто случайно научитесь говорить на свою тему, вы все равно не сможете разговаривать как нормальный человек, то есть вы будете разговаривать на эту тему, как разговаривает китаец или житель Сингапура. То есть вы будете строить фразы. Нужно всячески, любым способом научиться усваивать фразы целиком. Вот это реальное знание. Но способов освоения фраз целиком нет. И поэтому, как только вы подходите к преподавателю, или как только наступает момент, когда вам нужно что-то выучить, то есть вы слушаете такую веселую болтовню, но когда подходит время что-то запомнить и что-то начать использовать, вам просто тихонечко говорят: пожалуйста, запомните, выучите вот эти 10 фраз. Эти 10 фраз вы выучить не можете, поскольку вам не объяснили, как эти фразы проговариваются. И вы опять же начинаете на не тот тоска, который гвозди забывают, а тот тоска, который грусть. Не тот грусть, который в лесу растет, а тот грусть, который печаль. Сейчас все грузины на меня обидятся. Дальше. Учите только базовую лексику. Понимаете, они над вами издеваются. Это не советы, это издевательство. Дальше. Найдите точный перевод фраз, которыми пользуетесь ежедневно.
вы не можете найти точный перевод, потому что некому переводить. Вы никогда этого не переведете сами, а преподаватель не сможет вам перевести, потому что преподаватель учился по учебнику. У него идет перевод в обратную сторону. Он умеет переводить абы как с английского, а на английский не умеет. Кому понятно все, что я сейчас говорил до этого момента, пожалуйста, поставьте плюсики. Заранее благодарен. Я сейчас немножко так реорганизуюсь еще, чтобы еще более доходчиво пояснять. Окей. Значит, дальше. Дальше начинается комедия, еще большая. Фразы вы не сможете перевести вообще никак. То есть на моей памяти люди, которые пытались это сделать, вот они сами по себе пытались это сделать, присылая мне перевод фраз. Я не увидел практически, вот за все эти годы моей работы много лет, я не увидел ни единого человека, который смог перевести свою фразу с родного языка на английский. Точно, вот точно, как она должна звучать. Потому что это как при проверке правописания с помощью компьютерной программы. Вы прекрасно знаете. То есть вам выдается 25 вариантов слова, но вы не знаете, какой из них точен. Следующий момент. Используйте метод ассоциаций, мнемотехнику, ну или НЛП типа гипноз. НЛП это нечто типа самогипноза, гипноза, то есть когда перед вами стоит продавец и вам что-то продает сумасшедше, в кавычках втюхивая вам какую-то гадость. Да? Это для чего, собственно, создано НЛП, чтобы кого-то в чем-то убеждать. Чтобы человек дал больше, чем человек дал вам больше, чем вы дали ему. То есть фактически обеспечить неравноценный обмен. Это вот, собственно говоря, то, что и пытаются организовать преподаватели и блогеры. Да? Или представители, которые занимаются, товарищи ученые, которые занимаются НЛП, с помощью НЛП обучением языков. Никакой НЛП никаким языкам не учит, оно просто учит продавать курсы. Это как 25-й кадр, когда ты впервые, я видел программу, и даже автор мне говорил, один из авторов системы якобы 25-го кадра мне говорил, что вначале человек, когда его спрашивают, просят нажмите на клик на мышку, на левую кнопку мышки, если вы знаете слово, и на правую, если вы не знаете. Человек сначала нажимает достаточно редко, поскольку он может не уметь пользоваться мышкой, ну, к примеру. Или он просто ошарашен. И получается, что вначале... Если вы знаете слово, нажмите на такую-то кнопку. Не знаете, нажмите на такую. Человек сначала не успевает даже прочитать слово, и у него возникает ощущение, что он их не знает. В конце обучения он учится, он все это время учится кликать кнопкой мыши. Весь курс построен на кликании кнопкой мыши. То есть ты молчишь и кликаешь. В конце обучения, это вот такой странный такой, в кавычках, развод, да? Вот, смешной. В конце обучение, тебе дают такой же тест, и ты просто более бодро кликаешь на «я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю». Это вот автор курса мне рассказывал как бы шутку так вот о том, что реально происходит. Один из авторов и продавцов этого курса, они вели этот курс у нас в Нью-Йорке в помещении Совета еврейских организаций Большого Нью-Йорка. У них там была целый класс и еще дополнительная комната для того, чтобы проводить эти, прости Господи, занятия. Дальше. Мимотехника. Это тоже сказочный какой-то ужас. Ассоциации на русском языке. Это просто смешно. То есть получается, что для того, чтобы вспомнить английское слово, вам нужно представить себе какую-то ситуацию с каким-то медведем в какой-то берлоге, какую-то ситуацию на русском языке, то есть громоздкая такая ситуация, и потом вы только потом вспомните одно единственное английское слово, при этом неправильно его проговаривая. Дальше. Мнемотехника. Это, опять же, как говорил покойный Горебян, автор метода «Школа памяти», он говорил, что у меня в голове как бы какие-то шкафчики с полочками. Ну, то есть ничего толком на рынке образовательных услуг нет, вот, а есть только болтология одна. Так вот, и странные эксперименты над учениками. Так вот, Горебян говорил, у меня просто слова лежат в разных ящичках. И я говорю, а нужно какое-то слово вспомнить? Я просто этот ящичек выдвигаю, смотрю, что там, и опять задвигаю. И это чисто индивидуальные особенности. То есть
ассоциативно, зрительно или вслух, произнеся какую-то глупость. То есть, чтобы запомнить одно слово, нужно к нему придумать ассоциацию или визуальную, или устную. То есть, слово запоминается с помощью набора других слов, как правило, на родном языке. Что является, естественно, опять, простите, очень странным способом обучения. Если на то пошло, то чисто, простите, опять же, за разговорное выражение стилиста русского языка. Вот. С бредом сивой кобылы. Дальше. Просят заниматься по адаптированным текстам. Дальше. Просят заниматься по или предлагают заниматься по адаптированным текстам. Адаптированные тексты – это как раз то безобразие, которое освоили преподаватели. То есть, смотрите, сами преподаватели попали в ловушку адаптированных текстов. Сами преподаватели. То есть, смотрите, они так долго учились по упрощенке, что они стали воспринимать упрощенку адаптированный текст, из которого убраны все сложные обороты, они действительно реально научились разговаривать очень примитивно именно и писать именно на этом уровне. И потом уже независимо от продолжительности педагогического стажа, они продолжают упрямо также говорить и писать. И этому же вас и учить. Вам примерно понятно, да? Окей. Теперь мне нужно... Сейчас, одну секундочку. Мне нужно на большом экране видеть текст, поскольку я реально не вижу. Сейчас, секундочку. Мне пришлось включить iPhone, как вы видите. Так, как же мне это выключить? Я не могу понять. Вот. Так, секундочку. Вот, отлично. Так, меня хорошо видно и слышно? Поставьте по 10-бальной шкале, насколько хорошо видно и слышно. Спасибо. Сценочку поставьте.
мы снова на коне. Так, отлично, отлично, отлично. Я даже появился, теперь сам себя вижу. Вообще замечательно. Так вот, дальше идет слово anxiously. Anxiously, они считают, что это лишнее как бы слово, типа слишком сложное. Оно сложное для кого? Оно сложное для любого даже носителя языка. То есть, если начинают задумываться, что такое anxiously, такое многогранное слово, я бы сказал, anxiously. Anxiously. Оно означает и с нетерпением, и с каким-то желанием, да, каким-то нездоровым желанием, anxiously. То есть что-то ему не понравилось. Вы можете, да, отлично, да, сейчас, секундочку. Anxiously. One sec, guys. One sec. I'll be back in a second. Okay. Иногда I'm anxious. Это я очень хочу. Например, в данной ситуации anxious означает сильно или с волнением, или с тревогой, или очень хочу. Но главное значение слова сильно. Проблема в том, что тут идет многозначность слова. И поэтому это многозначность слова они не будут объяснять. Они не знают, как объяснять. Понятно? Потому что, окей, вот мы с вами вышли на еще один момент такое понимание. То есть они как бы делают вид, что как будто мы китайцы, да? И адаптивный текст имеет главное предназначение адаптивного текста показать вам какие-то основные значения, ну, как бы, сделать вид, что слова имеют мало значения. И поэтому, когда попадается многофункциональное слово, anxiously, да, многофункциональное слово, много-много подзначений, что оно только не значит, поверьте, это просто, оно даже означает very much, okay? Вот. Короче говоря, в этой ситуации получается, что вы не можете его понять. Looked anxiously подлежит более длительному объяснению, что ли. То есть требует половину урока, я не знаю, или 15 минут. А урок идет 45 минут в школе. Поэтому вы увидите, что они пытаются отойти от сложностей. То есть на что это похоже? Я давно хотел вам привести пример. Нормальный врач, хороший врач, честный врач, у которого 15 минут на пациента, даже нормальный врач, не возьмется лечить очень больного человека с большим количеством проблем. Он просто не возьмется, потому что он его не сможет вылечить. Так вот, они не берутся, не идут в глубину, они своей задачей ставят построение простой-простой базы, типа английский вот такой простой язык. А к нему же потом пристроить всякие финтифлюшки, это уже ваша проблема. А вы не сможете их пристроить, если у вас представление, что английский язык выглядит именно так, как он идет справа. Как он идет справа. А справа нет слова anxiously. Дальше. Which was very great. Правильно, что такое which was very great? Которое было, which, я еще удивляюсь, как они which употребляют, потому что which это что и который. Which. Есть три варианта. Значит, смотрите, они старинные, это три иероглифа. That, первый иероглиф. What, that и which. И еще who. Но who как бы только к одушевленным предметам. Which, что, который. That, что, который. What, что, который. Who, который. Кто, который. Поняли, да? То есть эти все четыре слова, каждый из них значит который. То есть они во многих случаях взаимозаменяемы. Но они не могут себе позволить вам это объяснить.
Понятно, да? Потому что вы запутаетесь, она думает, считает вас за идиотов, что вы запутаетесь. Они вас перепутали с детьми. Это если детям начинать объяснять разные значения слова, дети начнут путаться. Вы тут при чем? То есть они вас обучают, как будто первоклашек. Упрощенки. Так их первоклашки уже говорят длинными предложениями. Получается, они их пытаются, эти длинные предложения, которые дети произносят в речи, они пытаются загнать, укоротить и примитивизировать, чтобы дети выражались более четко, что им не нравится конституция там, и тому подобное. Да. То есть чтобы, как мне тут заявил министр госбезопасности, интервью мне в Нью-Йорке, вот, заявил, что у них они все обо всех знают. То есть поэтому, как видите, нет никаких событий, похожих на падение башен. Да? Вот. Они все обо всех знают. То есть все правильно. То есть они хотят, чтобы люди выражали, четко выражались. Я хороший человек, я плохой человек, чтобы люди говорили, не задумываясь. Чтобы у них не было, как в Советском Союзе или в романе Орвелла, двойного мышления. Да? Double think. Double think. Okay? Двойного мышления. То есть, чтобы они не фарисействовали, а все, что, если они недовольны правительством или чем-то, они сразу бы это высказывали, а их бы сразу ставили на учет. Так, извините за правду, но такая вот ситуация. Вы меня зря, наверное, спросили, почему не коротко разговаривать. Да. Дальше. Которая стала пасмурнее, чем обычно. Окей, okay, весело. Правильно. Greyer than usually. Да? Ну, то есть, речь идет, тут идет фактически о реальной серости. О серости, Алексей. Реальная серость. Так? Дальше. Дальше простое предложение. Dorothy stood in the door with Toto in her arms. Это они не изменили. Дальше. Что она делала? And looked at the sky too. Это тоже вполне приемлемая фраза, которую вам выдают за реальный английский. Но он, как я объяснил уже, он упрощенка. Дальше. Дальше. And M, это вот в упрощенке идет, was washing the dishes. Тоже они сочли, было посуду, тоже простейшая фраза, типа, вам сойдет. Как раз ваш уровень, типа, да, молодцы. После этого начинается. From the far north, far они решили убрать. Да? С дальнего севера, from the far north, издалека с северного направления, да, вдалеке с северного направления, вдалеке с северного направления. Вы это сможете перевести на русский? Извините, нет. Я это, ну, если вы не научились переводить, вы не сможете это перевести нормальный, хороший русский язык, да? They heard a low wail. Тут переводится. Они слышали просто ветер. Да что вы говорите, окей. Okay. Они услышали буквально басом завывание ветра, очень низким голосом такое. Завывание ветра низким голосом. То есть ветер завыл буквально низким голосом, как, не знаю, волк, большой крупный волк. Акела, да. Окей. Okay. Дальше. And uncle, что сделал uncle? Uncle Henry stood up, да? А тут рассусоливалось. Uncle Henry, это же очень красивый текст. Uncle Henry and Dorothy видели, как высокая трава, long grass, согнулась волнами, согнулась волнами. Я на ваших глазах перевожу. Я не помню оригинальный текст, чтобы вы знали просто, да, на всякий случай. То есть я вам поясняю, что я вижу. Я сначала вижу слова, потом я вижу фразы, но я эти слова по одному не перевожу, потому что если начну их произносить и переводить по одному с паузами, у меня будут проблемы с разговором слитным, синтагмическим, так? Вот. То есть все, что вы произносите, все в мозг записывается, и потом он пытается это все еще раз высказать. Если вы высказываете это некорректно, то получается ерунда. Так вот, дальше. Вот, хорошо, что посмотрел. Разряжается компьютер, надеюсь, сейчас прекратится безобразие. Так вот, да, bowed in waves перед coming storm, before the coming storm.
Какое красивое выражение, смотрите. Какая огромная фраза. From the far north, they heard a low wail of the wind, and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves, where the long grass bowed in waves, где? Почему вот это где? Where? Потому where, почему? Вам не преподается в сокращенном виде, потому что where преподается в учебниках как слово, вопросительное местоимение где? Where? Где? Но не преподается почему-то, что оно же является просто словом где. Tell me where. Скажи мне где. Это приводит к тому, что наши начинают задавать вопрос, как только слышат слово where. Вот так типа. Типа, where? Это же вопрос. Who? Это же вопрос. Which? Это же вопрос. Никакой это не вопрос. Это частный вопрос, это частный случай. Обычно это просто слово повествовательное. Who это кто, а не кто. Which это который, а не который. Это не вопросительное. А у вас в голове крутится опять непонятно что. И так далее. То есть полное безобразие. Я хотел попросить техподдержку переключить слайд. Так. You're welcome. The wonderful Wizard of Oz. Я сказал, you're welcome. Да. Думал ко мне, у меня поблагодарил. Вот, потом увидел реально. Вот так, в принципе, идет обучение, то есть полный хаос. Дальше. Long grass bowed. Вот это long grass вообще произнести толком никто не может. Потом bowed, то есть нагнулось, да, согнулись волнами. Почему? У них проблемы с этим bowed. Потому что bowed это согнулся, согнулись и сгибались. И человек не может это перевести. Они считают нас за идиотов, ну, фактически. И начинается опять ситуация, при которой мы не знаем значение слова bowed. Да? Поэтому они начинают упрощенку. То есть это не упрощенка, понимаете, в чем дело? Это не упрощенка для того, чтобы для вас, как примитивного человека, а это формирование у вас примитивного способа чтение и понимание и разговора на английском языке. Вот какая беда. Вот это то безобразие, в которое нас загоняют. И я реально думал, что это есть английский язык. То есть меня целый год гоняли по подобным текстам. Про кода детектива, про там кого-то где-то. Я научился понимать более-менее этот текст. Открыл простую газетную статью. Мне почему-то Френкель не дала ни единой газетной статьи. То есть она мне давала адаптивные тексты. И я год у нее... Мама платила за меня треть своей зарплаты. Треть месячной зарплаты. То есть она работала на чуть ли на 3 ставки, она ставку отдавала Френке за эти несколько уроков в месяц. И я честно выполнял все, что сказала Френке. И я выучил не английский, а черти что. Так, дальше. Bowed in waves before the coming storm. Видели? Они все это просто сбросили. There now came a sharp whistling. There now came a. Кто это будет переводить? Что, простите, как переводится? Людмила. Wonderful Wizard of Oz, как переводится? Это переводится чудесный волшебник города, замечательный, чудесный, там, восхитительный волшебник города Оз, изумрудного города. Это сказка Баума, вернее. Okay. 1913 года. Теперь. То есть память у вас улучшится только тогда, когда вы будете очень корректно что-то произносить не в свойственной себе манере. И читать слитно. И пытаться имитировать чужие голоса. Память возвращается только шустой. Если я не выполняю простейшее упражнение, у меня тоже начинает память просто тормозить чуть-чуть. Чтобы ее ускорить, я просто беру и быстро читаю кусок текста, быстро читаю с диктором. Ни за диктором, ни с отклонениями такими ужасными, которые наоборот только сумятицу вносят. А это этому все и учат, кстати, опять. То есть они говорят одно, а вы повторяете чуть другое. Он поет. Не печалься о сыне. Вы повторяете. Не печалься о сыне.
злую долю кляня вы. Злую долю кляня? То есть вы повторяете не то. Поэтому повторение вслух не того, оно не только вас не учит, оно вас отупляет. Оно из вас делает идиотов на глазах. А преподаватели этого не понимают, блогеры? Или им как раз-таки и надо, чтобы вы попали? Потому что вам было интересно, но результата толком не было. Может быть, они хотят каких-то результатов, но результатов нет. Их просто быть не может, потому что вы некорректно повторяете. Если бы вы корректно повторяли, вам никакие бы блогеры и преподаватели были бы не нужны. Приехали. Дальше. Sharp whistle такой, острый свист такой. Высокий, на высоких тонах свист. Свист высокого тона. В воздухе с юга. In the air from the south. And as they turned their eyes, и когда они turned their eyes, посмотрели в эту сторону, ну как бы, вы переведете, повернули свои глаза, что ли? Это дебилизм, это опять Брайтон Бич. Это разговор на первом Брайтоне, на втором, где у меня был офис, кстати, дополнительный. Okay. Это типичное какое-то место, это местечковый какой-то вот странный, извините, по-русски базары, да. Okay. Очень странный в кавычках. Так вот, тетя Фира называется, разговаривает. Then, now came a sharp whistle in the air from the south, and as they turned their eyes, они повернули свои глаза, да вы ошалеете от таких мыслей. Поэтому вы сидите и не знаете, что делать. Вы не можете это безобразие переводить. Дальше, goodbye. Turn their eyes. Куда это они повернули свои глаза, зараза? That way. В том направлении. That way. Убрали. Потому что that way любой человек переводит так. Тот дорога. Или тот путь. Тот путь. That way. И говорит так. That way. А что, вы меня не понимаете? Дело в том, что that way означает в том направлении. That way означает таким методом. Way – это старинный иероглиф, не имеющий постоянного значения. Они боятся или не знают, или боятся объяснить, что есть слова, которые имеют постоянное значение, а есть слова, которые имеют плавающее значение. Вот с этим мы имеем дело. Они пытаются в адаптированных текстах избавиться от слов с плавающим значением с целью убедить ученика любого возраста, что слова, что английский простой язык, и что нужно разговаривать именно так. А это кому это выгодно? Правящим классам. То есть ни вы, ни ваши дети никогда в результате освоения фальшивой базы вы никогда не сможете выучить нормальный английский и не сможете проконтролировать процесс изучения английского языка своими детьми и близкими. Вы приехали. Все. Так, теперь. То есть где ваша речь и нормальный идиом, к которому сейчас мы перейдем? Я прошу техподдержку, переключите слайд. Так, спасибо. Значит так, теперь дальше практика идет. Нужно скорректировать обучение прямо сейчас. Вы можете скорректировать. Те, у кого хватило здравого смысла дослушать до конца. У меня такой же праздник, как у вас. Вот. Но поскольку мы это заранее запланировали, я вас подвести не мог. И поэтому сейчас я немножко попытаюсь отодвинуть. Я просто не вижу текста. Давайте чуть-чуть вот так вот сделаю как-нибудь вот так. Если вы не возражаете. Чтобы можно было прочитать. Так. У нас тут очень жарко во Флориде. Очень жарко. Так вот, нужно заниматься так. 80% теория, 20% практика. Вернее, простите, наоборот. Нужно заниматься 20% теория, 80% практика. Ясно? Что такое практика? Практика – это произнесение чего-либо корректным образом на нормальной скорости носителя языка. Дальше. Нужно воспринимать англоязычный текст фразами и предложениями, а не словами. И если вы не научились копировать интонацию, то до вас не дойдет смысл. Эта же ошибка встречается у тех, кто переходит на чтение вслух. Потому что читаете абсолютно не так, абсолютно так плохо, что никогда, смысл до вас никогда не дойдет. То есть пока вы не скажете смачно, да, черт побери, до вас смысл не дойдет. То есть немец говорит,
выучив схематично, я уже говорил, пример приводил, short popieri. Но это не звучит. Проникнуться невозможно. То есть, если я научу немца говорить черт побери, вот какой кошмар. То есть, если вы говорите, вот какой кошмар, то вы никакого русского не выучите. То есть, ни одной разговорной фразы, прочувствованной, прямо передающей смысл эмоций, вашей речи не будет, а это и есть живая речь. На 70-80% люди разговаривают, передают информацию именно этими фразами. Дальше. Дальше. Старайтесь пользоваться контентным словарем. Контентный словарь типа реверса. Я не буду вам расшифровывать, сами найдете. Вы же должны хотя бы что-нибудь сделать сами, а не просто получить от меня 100% рекомендаций. Да? Контентный словарь. Они обычными словарями, электронными переводчиками. В электронных переводчиках электронные переводчики переводят так, что святых выноси. Дальше. Я сейчас попробую примеры привести. Дальше. Обязательно используйте хотя бы аудиословарь. Это не гарантирует аутентичного произнесения слов, но хотя бы уберегает от грубых ошибок. Как, в каком смысле? Если слово звучит, например, вы видите слово «интеграл», да? Вы читаете его «интеграл». Оно по-английски звучит не «интеграл», а «интеграл». Вы такой «ветеран» написано, вы «ветеран», а это читается, спасибо огромное. А вы считаете ветрын. То есть слово произносится ветрын, а вы считаете ветеран. Вы можете выучить английское слово ветрын, ветеран, если вы говорите ветеран. А вы можете выучить слово индекс, например, Dow Jones индекс, если вы говорите индекс. Конечно, нет. Или, например, слово робот, robot. Вы не знаете, образца нет перед глазами, вы говорите робот. Вы думаете, кто-то из англоязычных ваш робот не поймет, когда ему нет? Значит, все слова, которые вы проговариваете неправильно, они только замусываривают. Хорошее слово, да? Вот я попал, как будто на английское слово, да, которое нужно разучить. Замусывает ваш мозг. И потом этот мусор очень трудно удаляется. То есть вы начинаете мыслить не нормальными мыслями, а как будто этим мусором. Это как если не убирать пенку, когда варите мясо или курицу, не убирать пенку грязную, да, вот кровь и прочее сверху, то у вас эта пенка внедрится в курицу, вся эта вот грязь. И что вы будете делать? Вы будете есть это есть, поэтому нужно бежать и снимать пенку. Кому понятно все, что я сейчас говорю, пожалуйста, поставьте плюсик. Осталось совсем немножко, не беспокойтесь. Такие несчастные прослушали реальность, выяснили, да, что такое матрица. Это матрица, не умеют они работать. Еще раз, голословно сказать, что народ не умеет работать, да, это одно дело. Вопрос в том, что я объясняю, почему не умеют работать. И пусть они мне докажут обратное, почему они все молчат. Пусть выйдут и дадут мне, покажут. Я хотя бы когда-нибудь увижу хотя бы одно упражнение, которое что-то дает. Я не видел ни одного. Вот покажите мне упражнение. Вот любой преподаватель, идите, вот выходите, да, не прячьтесь, да, как волшебник изумрудного города Гудвин. Выходите и расскажите Шестову. Вот есть такое упражнение, оно дает результат. Да ничего не дает, не смешите мою кошку, как говорят в Одессе. Дальше. Тренируем навык, который хотим развить. При прослушивании новостей песен улучшится аудирование. А народ думает, что если будет слушать песни, кушаешь и слушаешь, то он, как по Элоне Давыдовой, да, то, в принципе, вы как бы научитесь говорить. Дети учатся, не вы. 5-7 лет, 6 лет заканчивается обучение на слух. Слушал, потом чуть-чуть коряво произнес, потом с твоей помощью скорректировал и говорит, как нормальный человек ребенок говорит. Нет, не в нашем случае. Взрослый человек так не работает больше. Взрослый на слух. Крайне редко, один на тысячу, может на слух воспринять, потом переработать, а потом начать говорить. Невозможно. Что бы вы ни делали. То есть нужен очень большой объем материала, который обязательно приведет к каким-то мутациям мозга. Мутациям, то есть вам кранты. Вот, это уже было. Кому интересно, потом подробнее расскажу. Для того, чтобы все училось, нужно максимально выразительно, проникновенно проговаривать максимальное количество материала.
максимально много материала. Вот, записывайте, как вы читаете, говорите на видео, наблюдайте за собой со стороны. Вот это правильные все советы. Только так можно осознать ошибки, если нет методистов. Так, теперь. One sec, guys. Дальше. Сейчас мы с вами очень сильно поработаем. Следующий слайд, пожалуйста. А, есть уже. Отлично. А вот теперь, что нужно делать практически, да? Ну, то есть, о чем идет речь? Смысл, да, заучивать перевод каждого слова, в принципе, бессмысленно. Например, что такое... А что такое, вот берем справа, Arav Ges. Arav Ges. О, Господи. Arav Ges. Что такое Arav Ges? Оно звучит как-то странно, обратите внимание. Arav Ges. Что это такое? У кого есть какие соображения на эту тему? Сейчас пойдете словарь смотреть. Ладно. Такое грубое предположение. Грубое предположение. Give a rough time означает... Вы поняли, да? Вот это есть живой английский, который они не преподают. Give a rough time означает заставить кого-то чувствовать себя не в своей тарелке. Вынудить кого-то чувствовать себя не в своей тарелке. Have rough start. То есть, видите, вроде как бы одно и то же слово. Да? Have rough start. Есть какие-то предположения на тему того, как это переводится без Google переводчика? Ну, на секундочку. Не знаете, да? Окей. Хорошо, я подождал, сколько можно было подождать. Acid head означает... Неровный старт, да. А неровный не в том смысле, видите, да, перевод не совсем точный. То есть модератор поставил... Да, давайте. Так нечестно? Okay. Asset head – это наркоман. Administrative head – это главный администратор. Дальше. Amp head – это головка усилителя. Appoint as head of – назначить начальником или руководителем. Arrowhead. Наконечник стрелы. Assistant head teacher, помощник старшего учителя. Или, ну, то есть, короче говоря, заместитель, помощник директора школы, например. Head teacher. Ну, как главный врач. Head doctor, ну, грубо говоря. Fountain head. Fountain head очень интересно. Это переводчик, это, простите, не переводчик. Это первый источник. Что такое go ahead? Окей. Это реальный английский. То есть для того, чтобы освоить язык, нужен реальный английский. Значит, go ahead, иди вперед. Основное значение – это пожалуйста. Есть еще вариации. Переводится так, не стесняйся. Бери пирожное. Бери и ешь пирожное. Ну, к примеру. То есть, типа, пожалуйста. Ясно. Дальше. Еще веселее. Значит так. A good few.
добрая половина. Хорошее значение, да? Вам нравится? Где, подождите, мне тут распечаточка есть. A good few. Мне просто трудно на экране смотреть еще раз. A good few. A good few. Вот, это добрая половина. A good while. Тоже очень интересный перевод. Good while. Один из вариантов, не поверите. A good while. While – это неизвестный промежуток времени. То есть, it'll take a while, говорят, например. Сейчас мне неудобно печатать тут с этим айфоном. Одну секундочку. A good while. It'll take a while. Подходите к ремонтнику, он говорит, it'll take a while. Это означает вот что. Я не знаю, сколько времени это займет. It'll take a while. Поэтому a good while – это такое, знаете, достаточно долго, a good while. То есть while – неизвестный период времени, от миллисекунды до миллиарда лет, чтобы вы знали. Непонятно, почему в английском существует a long while – длинный, непонятный промежуток времени, и a short while. A long while напишу сейчас. Это типа еще тоже непонятно, а short while. То есть while – это непонятный промежуток времени. То есть вот это вот то, что они должны, по идее, сначала создав хорошую базу, но во время создания базы они должны объяснять. Мы сейчас, справа стоит адаптированный вариант, а слева реальный. Дорогие друзья, когда вы учите адаптированный, поймите, что это просто база, костяк. А на самом деле существует реальный, вот оно. То есть нужно сравнительный анализ, который я вам продемонстрировал для быстрого изучения языка. Нужен в том числе и сравнительный анализ адаптированный, неадаптированный. Так как для сдачи TOEFL нужно разговорные выражения, иероглифические, старинные английские, переводить в латинские слова. То есть вся сдача теста сводится к тому, что вы переводите разговорные выражения, для носителей языка это идет, да, вот такие идиомы, как вот видите на экране, переводите в латынь. В латынь это, как правило, одно слово. В английском три, там одно. Например, to run out of означает заканчиваться. Это вот вам образец правильного, реального английского. То есть реальный английский именно такой. Так? Дальше, что у меня тут еще есть? Another good way. Еще один хороший способ. То есть слово way здесь переводится метод или способ. Дальше. Дальше. Очень интересное выражение. Сейчас, секундочку, у меня тут все барахлит. As good as a feast. As good as a feast. Означает... много вещей означает, например, вполне достаточно. Так же хорошо, как пир, как пообедать. Какая-то вообще глупость, я согласен с вами. Так, так же приятно, как отобедать буквально. As good as a feast. А переводится вполне достаточно. Вообще бредовый перевод, согласитесь. Ну, как бы бредовый с нашей точки зрения, а с их точки зрения нет. Да? Это как оба иссякнуть, вы говорите. А, да, иссякнуть. Очень хороший перевод. Спасибо, Алла. Дальше. As good as gold. As good as gold. Что такое as good as gold? As good as gold на экране стоит. Я об этом говорю. As good as gold. Переводится. Ваши слова дороже золота, к примеру. Your words are as good as gold. Сейчас напишу вам. Секундочку. Ну, к примеру, вот фразу. Ваши слова дороже золота. Ну, грубо говоря. Так, что тут еще есть? As good as it gets. Типа лучше не бывает. As good as new. As good as new. Читается. As good as new. As good as new. As good as new. As good as new. Одно слово. As good as new. Означает, к примеру, ничем не уступает новому. Или почти как новый. Или точно, прям вот как новый просто. As good as new. Переводится как новый.
как новая книга, как новая, ну и так далее. А, дальше. А, тут еще интересное выражение. Я сейчас его напишу. Фагуд, очень интересное выражение. Фагуд означает, что фагуд означает? Хоть кто-нибудь знает? Что предыдущее написать, простите? Фагуд, очень, очень интересное значение, не поверите. Фагуд. Фагуд означает... Да, там просто интересное еще было выражение внизу самом. Рафхаус означает... смотрите вниз, правый столбик самый внизу, второй снизу, написано Рафхаус. Это означает неорганизованное собрание, запятая, бардак, запятая. А теперь самое невеселое. Скандал, переходящий в драку. Рафхаус. Грубый дом, да, типа? Наши переводчики. Грубый дом. Грубый дом. Никакого грубого дома нет. Rough ride – это езда, и очень быстрая езда, неоправданно быстрая, или езда по сельской, по какому-то, по какой-то сельской дороге, где сплошные ямы. Okay. Что-то у меня еще есть. Значит, слово for good означает много чего. Например, во благо. Например, навсегда. For good я тоже написал. For good. Дальше. Означает навсегда и означает во благо. И вот эти во благо и навсегда вы никогда не увидите. Никогда не увидите в адаптированном тексте. Во благо, во благо. Rough design, то есть черновой дизайн. Дальше. Rough diamond, необработанный бриллиант, необработанный алмаз, ну и так далее. Rough ground – это как раз-таки такая вот каменистая внешность, местность, простите, каменистая внешность, местность, опять говорился, каменистая местность попал в русском языке на такие же вещи. Так, последний слайд, пожалуйста. Есть еще слайды? Будьте любезны. Короче говоря, я это просто даю как примеры. Обратите внимание на реакцию мозга. Вместо того, чтобы радоваться, что наконец-то вы выяснили, как звучит фагуд, это навсегда, да, Владислав. Фагуд это навсегда или или во благо. Во благо или навсегда. Два абсолютно невероятных значения. Навсегда вообще удивительное значение. Например, сейчас я вам секунду. You'll be a hero of the neighborhood. Nobody knows that you left for good. You're in the army now. Oh, you're in the army now. Nobody knows that you left for good. Никто не знает, что ты уехал навсегда. Ну, то есть имеется в виду из песни про армию, что ты уехал для того, чтобы поработать пушечным мясом, да, поработать. Ну, вот. Дальше. Всем все ясно. Благодарю. А теперь, что дальше? Теперь у вас на экране написано, я не знаю, есть ли у меня это или нет, не распечатано еще. Okay. Anyway, то есть, теперь, что я сделал? По просьбам, очень долго меня просили создать специальный курс, в котором были бы исправлены все ошибки всех имеющихся курсов в мире. Поэтому, по поводу совсем все, ну, это грубо, это мягко говоря, это еще серьезнее работа, то есть они портачили веками, я за них это за пару месяцев толком исправить 100% не могу, но процентов на 80-90 я исправляю все их ошибки. То есть обычный курс английского для начинающих или не начинающих это какой-то смесь какого-то бульдога с носорогом, вы уже примерно поняли, о чем идет речь. То есть они не в состоянии ни переводить, ни объяснять, не объяснять, как осваивать и тому подобное. То есть база некорректная. Достаточно
считать ученика за идиота. Ну, то есть, это, в принципе, как если учиться водить машину, но без педали тормоз. Ну, к примеру, то есть они вас научили, а у вас нет рефлекса давить на тормоз. И вы на первом же серпантине горном, а я на них очень много проехал, вот, на первом серпантине летите в пропасть, потому что вы не понимаете, у вас этот навык не отработан. То есть я попытался стереть, что ли, заполнить все белые пятна, какие только возможно, все белые пятна, которые специально или случайно, по недомыслию, по недоумию или нарочно, чтобы подольше обучать человека, которые оставляют преподаватели-методисты. Для того, чтобы вы могли точно, вы знали, как произносится слово, то есть есть минимальные требования, я все разговоры начитываю. До начала курса осталось 4 дня. Это единственный способ пройти вот этот поток курса первый. Это возможность в прямом эфире задать мне любой вопрос, если нужно, причем многократно, то есть в течение 2 месяцев задавать мне вопросы. Любые, какие хотите, присылать мне любые вопросы, задавать в прямом эфире, в живом эфире, в прямом эфире, наверное, да, любые вопросы. А также есть, присылать мне отчеты и тому подобное. Это то, что сейчас, тут, это та возможность, которая есть только до 18 числа. После 18 числа уроки начинают идти. Все больше и больше уроков начинают идти в записи. Основная проблема обучения, почему так популярны мои индивидуальные занятия, основная проблема обучения – это человек не желает вариться, сам сидеть один и заниматься в собственном соку. То есть даже если он смотрит запись моего урока, если он понимает, то есть иногда я захожу в класс, где проигрывается мое выступление, и мне люди говорят, тише, Шестов говорит. Вот это правильно. Но если вы сидите уныло и один занимаетесь по записи, только по записи, да, по видеозаписи моего урока, не ассоциируете запись урока с тем, что я вживую вас обучаю, как студент-очник обычно это делает, тогда у вас проблемы. Поэтому тем, кто запишется на первый поток курса, повезет больше всех, поскольку он пройдет в формате онлайн. Это то, что написано, в принципе, на экране. Значит, до 18 числа вы можете оформить заказ прямо сейчас. Вы можете... Я пробовал приглашать ведущих на свои выступления. Они не в теме. То есть я лучше меня, все равно никто не объяснит, поэтому лучше из первых рук. Поэтому я это поясняю. И отвечаю на вопросы. Я сейчас, кстати, не вижу вот чата, а вот вижу. Теперь, значит, есть разные варианты. Техподдержка вам это пояснит. Техподдержка, может написать мне по скайпу все. Отвечу на любой вопрос до начала курса. Угу. Я быстрее всех в мире печатаю, если помните, да? И думаю, да. Вот. То есть я все это смог суммировать. Вы представьте себе эту махину, сумасшедшую абсолютно махину. Невероятную махину неправильного обучения, то есть бессистемного образования. То не получается, давай это попробуем, то не получается, давай это попробуем. Да вы сами попробуйте сначала, будет на вас работать или нет. Right now означает прямо сейчас, а for now означает пока. Я пока здесь. I'm here for now отдельно, а вместе звучит так. I'm here for, I'm here for, I'm here for, I'm here for, I'm here for now. Я пока здесь переводится. Я пока здесь. Да, можете догонять, можете не догонять, что хотите, делайте, что хотите. Просто я решил, мои сотрудники предложили, мои товарищи предложили провести дополнительное выступление. На курс записалось достаточное количество людей. Вот. Дополнительное выступление вы увидите, когда вы закажете, сделаете предварительный заказ, а в течение там до 18-го оплатите его или не оплатите, это ваше дело. Вот.
естественно. То есть можете дальше продолжать заниматься сами. Я вам дал просмотреть запись вебинара, я дал полные, максимально полные рекомендации, что такое качественное обучение самостоятельно. Хорошо бы, чтобы вас кто-то каким-то образом консультировал. То есть для того, чтобы я вас консультировал по тому же скайпу, вам требуется заниматься по одному из моих курсов. Даже самому маленькому. Потому что это заочное обучение. То есть даже тому, кто занимается по самому бюджетному курсу, я все равно даю рекомендации, как если бы он, не знаю, приобрел все курсы. Все без остатка. Есть такие люди. Вот. Okay. Таких достаточно много. То есть людям настолько нравится, как я преподаю, что многие люди продолжают заниматься. Потому что с каждым разом они узнают все больше и больше и больше и больше. А эта информация, кроме меня, больше никто не владеет. То есть если вы сравните то, что я говорю, с тем, что написано в интернете, вы прямо увидите жуткое несоответствие. Насколько там мало логики. Насколько это много графоманства. Это просто какие-то платные копирайтеры, писаки, в кавычках, они просто берут и компилируют, То есть фактически вместо разъяснения они все так запутали, что теперь куда бы вы ни зашли, вы получаете абсолютно разноречивые вещи, разноречивые рекомендации. Одна рекомендация правильная, другая нет. Одна правильная, у меня украденная где-то, одна вообще нет. Понятно, да? То есть, если они даже у меня украсть не могут, потому что они не глубоко осмысливают то, что я говорю. Они просто слушали. Слушали, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ага, понятно. Из чего состоит курс? Это 9 блоков. Угу. Сейчас тут не видно, да. Это 9 блоков по неделе на каждом. Тут все написано. Если нужны пояснения на тему, что я буду преподавать, да? Как грамматику, так и стилистику. Грамматика – это тот бред, который идет справа. Стилистика – это то, что идет слева. Фонетика и орфоэпия. Фонетика – это примитивный способ типа произносить английские слова. I like you a lot. Это вот типа они фонетику преподают. На самом деле нужно преподавать их не только фонетику правильную, а I like you a lot. А нужно, слитную речь, а нужно преподавать орфоэпию, то есть все правила правильной речи. То есть смотрите, если вас обучают от примитива с чижика-пыжика, вы никогда не сдадите нормальный экзамен по выпуску из музыкальной школы. То есть директриса сына сразу учит играть апассионату и лунную сонату, вторую, третью части, прелюдию Рахманинова, а всех остальных гонят через чижика-пыжика. К 7-му году музыкальной школы вы все равно, кроме 2-3 произведений, абы как, ну, на пределе, вы ничего больше играть не можете. Почему? Потому что директриса не хочет создавать конкуренцию своему ребенку. Понимаете, в чем дело? Я хоть был на каком-то нормальном счету в музыкальной школе, но они ко мне все равно вот так вот относились, понимаете? То есть ничего не помогло. Дальше. Жулики. Лентяи и жулики одни. Дальше. Словарный запас. Словарный запас – это, как слово правильно произносится, это факультативно дополнительный алфавит, постановочные занятия, но не в чрезмерном объеме. То есть курс не для новичков. То есть если у вас база плохая, тогда вам нужно ее достроить. А достраивать никто не умеет. Опять же, она не достраивается. Она у вас, если неправильная, то ее нужно скорректировать. А корректировать опять никто не умеет. То есть они как бы от достигнутого. Они вам выдали там какое-то удостоверение, что вы владеете английским на каком-то уровне. При чем здесь вообще уровень? Уровень вообще ни при чем. База неправильная, значит, это не уровень, а это профанация. То, что вы можете сдать какой-то тест, это не означает, что вы владеете языком. Это означает, что вы можете сдать какой-то тест. Они это выдают за знание языком. Языка нет. Нет. Дальше. От того, кто принимает на работу или с вами разговаривает, зависит, оценит он ваш корявый английский или нет. Если просто человек, вы импонируете кого-то, может быть, он с вами будет работать. А если не импонируете, вас просто попросят, вам скажут, что перезвонят дальше. Я с огромным
трудов пробился, просто невероятным. Так вот, навыки перевода. Да я еще в армии, еще, извините, да, защищал Родину. Okay. Навыки перевода, с автоматом бегал, в общевойсковом защитном костюме, в жару 40-градусную, с двумя автоматами. Навыками помогал отстающим. Навыками перевода, то есть перевод, вы уже поняли, о чем речь идет. Те, кто остался до конца, полная картина. Образуется, я так формируюсь, понимаю, полная картина. Дальше. Составление устных и письменных текстов. То есть как это все работает. Вот это вот такая вот программа. Я понимаю, что они это будут преподавать годами, и все равно никто ничего толком не освоит. Я понимаю. Но этот материал будет реально объяснен за 2 месяца. Не мытьем, так катанием. Как в письменном виде, так в аудиовиде, как в видеовиде. Вот. То есть все ошибки, все нюансы, которые, все ошибки, которые вы можете сделать или сделаете, я исправлю по ходу дела. Есть какие-либо еще вопросы ко мне? У нас уже давно по регламенту требовалось закруглиться. Если есть общевойсковой защитный комплект. Спасибо, Федор. Вот. Я вам очень признателен за внимание. Еще раз всех с праздником. Огромнейшее спасибо за внимание, за правильные вопросы, за замечательный уровень восприятия и понимания того, что я говорю. Очень приятно. Для меня нет никакой лучшей награды, чем понимание того, что я говорю. Спасибо. Всего вам доброго. Сейчас попробую отключиться от эфира. Все, пишите, обращайтесь. Обычно обращаюсь по скайпу. Можете, кстати, сейчас дам WhatsApp еще. Это вот мой американский WhatsApp. Всех еще раз с праздником, замечательнейшим днем Святого Валентина. Happy Saint Valentine's Day. Быстро Saint будет сын. И никто это опять не объяснит. Всего доброго. До свидания, милые дамы. Замечательные мужчины. Всего вам доброго.